Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Питерский «Зенит» переманил французского полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Мало. Он уже прошел медосмотр в северной столице и присоединился к новой команде. Амбициозный футболист никогда не скрывал, что самарский клуб – ступень в его футбольной карьере. Он появился здесь в августе 2015-го. Сыграл за «Крылья» 38 матчей и забил 5 мячей. Болельщикам он запомнился яркой игрой, нестандартными решениями на поле и колоссальной работоспособностью. Такой игрок в российской премьер-лиге на расхват. Мало кто верил, что Мало останется на самарских берегах. В контракте француза даже был на этот счет отдельный пункт. Он оговаривал, что если футболиста позовут в один из топ-клубов, он может покинуть «Крылья Советов» и перейти в другую команду. Таким топ-клубом и стал «Зенит», который сделал предложение Йоану уже через полгода, как тот подписал контракт с «Крыльями». Замену Мало в Самаре начали искать уже в декабре. Об этом сообщил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин. Состав «Крыльев» пополнится новыми игроками. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.